Прощай, зима, масленица пришла. 4 марта у белорусов началась праздничная неделя. Яркие массовые гуляния придутся на выходные, ведь в понедельник, 11 марта, у православных начинается Великий пост. Те, кто соблюдает традиции, уже потихоньку начинают отказываться от мясных продуктов. Зато вдоволь могут наесться главным блюдом – блинами с разнообразными начинками. Люди же, которые не привыкли готовить дома, отведать вкусное лакомство могут в ресторанах и кафе города. Традиционно масленичная неделя славится своим колоритом. Каждый день имеет свое название и назначение. Сегодня вторник. В этот день в старину ходили свататься. В среду на блины ездили к теще, а вот с четверга разворачивалась широкая масленица. На Солигорщине праздник отмечают почти как в старину – с танцами, шутками, песнями и народными обрядами. Так, в воскресенье 10 марта веселые масленичные забавы развернутся в сельских дворцах культуры по всему району. А главное гуляние пройдет на центральной площади Солигорска и начнется в 11 часов. Праздник будет сопровождаться выступлениями творческих коллективов и различными конкурсами. Кульминационным моментом праздника традиционно станет ритуальное сжигание чучела зимы.